Ребят, Порт-Кавказ опять взорвали. Все горит. Только что. Хорошо пошел. Ну, что-то взлетает, мама, не горюй. Сначала надо, чтобы не это, полиция приехала. Долго ли еще будет длиться его управление? Наши дни. Кровавую войну в Тюрлина называют СВО. Только в Свердловской области официально 2273 погибших. Сколько таких в Москве и Московской области? Kami lagi di Agustus, kita di.